сразу возьми левей. Сразу. Сразу возьми. Тут четко. Вот тут справа. Тормози, тормози. Стой, стой. Все. Тормози, стой, я выйду. Все, пока. Пока. Джей. Уверенно. Макс, аккуратно. Круче всех 69-й проехал. Максу так можно было и не ехать. Вообще без напряга. Просто четко. Сзади выварено. В Ниве под баллон чуть-чуть опущено. Так. Хорошая тут Рубилова. Как пройти, только не пока непонятно. Но... Где? Вот тут где-то шел? Да. Ну давай. Красавчик. Блин, хорошо, когда есть проводник. Так, Макс, одним краем тащит, 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 тащит. Тут Крис. Крис, отъедь, Крис. Крис, отъедь. Какие нагрузки эти гибридные мосты выдерживают. Так, Крис пытается объехать. Интересный ход. Смотрим. Пятый вырывается вперед. Там мягко. Там может не проехать. На коксе, да? Проскочил, да? Да, да, да. Вдоль берега пошел. Выскочил. Красавчик вообще. Так, Леня пробует. Ого! Ух, там Леня. Леня занырнул жестко просто. Да, тут хороший вечер начинается. Я там Крис развернулся там, офигеть. Едет обратно. Как ты там, Леня? Чуть не проехал, да? Да, тут классно. Уже несколько, большую или полпути где-то проехали, в принципе, сейчас. До твердой земли. FJ выруливает. Юра на опыте. С обрывками кевлара. Но все равно едет. За какие-то кусты зацепился кое-как и вытащился фактически. По траектории. А ты хочешь так, чтобы он ехал? Упал. А не, нормально. Ну давай.
давай, ну раскачивайся. Так сейчас тебя подтёр. Ты что, стоять, ну так, прям? Макс идет на помощь. Разворот. Да, хорошо, когда такое понижение. Очень легко. Подожди, Макс, Макс, стой, Макс. Отходи, отходи, отходи. Еще чуть назад отойди. Потихоньку только. Стой, стой, стой. Намотал? Опять буксует. А, там ветер. Да, протектора не хватает. Отойди, отойди. Вперед-назад, не может стартануть, видишь? Замылился. Да я знаю, там справа, видишь, деревья, он справа сильно не может тоже. Повис. А вот остань не попробовал. Да. Так, ну в этой стороне изменения есть, но не очень сильные. Чуть-чуть продвинулись ребята. Сейчас Юра. Ниже надо было цеплять. Ниже. Ну, может, хватит. Там Веталь перепрыгнул, да? Нива там он едет круче. Круче FJ едет. Тут у FJ какая раскорячка красивая. Так, тут у вас же еще на заднем приводе. Впереди ехать некуда. Пока все стоят. Что, ты проскочил? Да. Я тебе говорю, Нива серьезная машина. Не, нельзя продавать, Веталь.
А, жалко? Так, Юрец сегодня весь день показывает этот техничный разворот на лебедке с обратным вращением колес, видел? А, я знаю, редкая версия. Не работаем, да. На механике FJ, кстати. Так, у Макса что-то сломалось. Что сломалось? Как сломалось? Что там сломалось? Что-то с колесом. Иоанна говорит сейчас. На сухое выезжаем, будем ремонтировать. Вам не тяжело, не? Да, да, давай, я тоже буду с вами. Так, надо куда-то сюда. Хорошее место. Тут и покушать можем. Не, давай, может, за УАЗ вон. Да не, она за УАЗ. Ну, там, я думаю, если мы сюда примотаем. Не, это большой очень угол, пацаны. А, или поднять надо? А, поднять. Надо корозащитку, подождите. У Юры возьмите вон на FJ, возьмите кору. Так, что-то там с колесом, ого. Колеса в разные стороны. Вот что тут случилось. Вот так колеса стоят. А, там он... Так, слышишь, а что-то ось лежит внизу, что-то ось? Ну, оно открутилось или сорвало, непонятно. Потому что если сейчас сторону, то сейчас... Да он вверх хочет поднять. Вверх на за березу хочет поднять. Так, вот и приключения начались. Солнце. Чем ниже солнце, тем ближе. Ближе к экшену. Там он ось висит снизу. Не, вот сюда, кстати, не вариант, что мы приехали. Ну что ты там видишь? Ветер. Хорошего ничего. Да я понял, а точнее. Давайте тут лагерь разбивать. Да, надо костер. Давай костер, надо ноги согреть. Костер поесть. Поесть. Пока починим, будет веселее. Да, это надолго. Дайте топор, я отвечаю. Болты или нет? Что-то открутилось, да. Макс, там были какие-то удары? Слышишь, если бы на березу кто-то залез повыше, можно было подтянуть и поднять бы. 22 как-то легко так проходит. Сапфа. Блин, Юрец, какой у него набор, посмотрите, модный. Еще один набор. Макс, тут инструмента починишь все. Ну вот и чайки летают. Да блин. Дело к закату. Хайджек идет. Или потом. Будем пытаться зацепить на березе повыше корозащитку и подтянуть, приподнять лебедкой. А, уже зацепили. Надо выше еще немножко бы попробовать выше ее еще. Ветер, вниз спускайся. Смотрите, же не оторвать шланг тормозной, чтобы. Давай его выключать. Ну давай, несите сюда хайджек. Там Юра едет, сейчас хайджек переедет. Ёханый баба, я прилип. Да, вот сюда и... Вот так вот и туда вот. Да куда? Он туда не выйдет, ему туда надо прямо, туда не едь. Смотри, сначала прямо вот туда, потом вправо. Сюда не едь. Так, вот так прямо на тот, на сухое туда, на остров. Нет, дальше, дальше, под той стороной. Короче, прямо и на тот остров. Прямо и направо, да.
рано вправо. Хотя ничего так. Не сидит. Прямо пусть это газу дает и все. Да ровно пусть едет. Сейчас я покажу, что с Максом случилось, с УАЗом. Смотрите, оторвало цапфу. Не, колесо в любом случае надо открутить, Макс. Его снять надо. Давай пробуем силой его. Там такая вот тут жесть. У вас не проехал. Почем маски? Дашь поносить? Так, колесо от цапфы. Не снимается, Макс? Оно с суппортом вместе. А есть молоток, Юр? Много, это те, что с утра были. Гайки нужны, есть гайки? Чем? Гайки. Болты только. Не, ну дайте не колесные. А? М10 шаг 1. Да. Под 14 ключ надо. Плохо. Более мелкие. Да нет, так это М10, это маленькая. Да. Чем нужно, нужно? Съездите на Перово. Да, серьезная техника. Так. Макс, лебедкой, смотрите, лебедой вытащили. Я пропустил немножко. Протащили. Да, не, ну тут уже лучше, хоть на сухом. Не очень сухое, правда, но более-менее. Сюда выход. И злой протектор решают, конечно. У вас сзади на веревке. Темнеет. Надо забрать. Надо. Веталю скажи. Веталю, он там стоит сзади. Скажи ему. Виталь, а давай заберем. Баклажки забыли, не мусорить. Так, что у нас тут? Крис впереди.
отъезжает. А что он отъезжает? Вдруг нам надо будет помочь? Ну, чтобы не мешать, мы же ехать будем. Ну да, да. Ну там траектория же нормальная, чтобы не по болоту, не посередине. Да, да. Так, что едем? У вас бегает. Сзади? Веталь сзади стоит. Так. В этой жести выезжаем, все. Все починили. У вас на буксире телепается он габариты. Даже догонять пытается на заднем приводе. Пока идем. Нормально, нормально, нормально. Тормозов в УАЗе сзади нету, который на буксире. Так, все, там еще одна лужа будет. Смотри, там он чтобы остановился. Все, Виталик спрыгивает. Тут тепло, хорошо. Это Сунимо фары? Это? Ты снял колпаки? Да. Фары хорошо светят от Сунимо. Это еще не все, да? Нет. Ну да, это только две, во-первых. А во-вторых, еще не вечер. Ну да, да, еще не стена. Там ксенон в них или что? Да. А УАЗик тут сам пока, да? Да, сейчас мы его тут подцепим. Так, тут сейчас Рубилова еще будет. Или проезжают. Крис пролетел вроде, да? Кто-то там еще пролетел. Так, Леня. Мы днем тут долго ехали. Вот Леня пошел. Леня идет. Идет. Тоже вроде почти. Проскочил. Теперь газ 69. Глеб. Фураннер проехал, по 69-му несложно. Ждет на островке. На Ниве он, конечно, гоняет. Так, бешеная Нива. Самое такое. Да там не Нива, там Веталь серьезный пилот. Так, мы летим по этой жести. Блин, что-то ты не туда, Макс, надо было по левой стороне. Там УАЗ сзади, елки-палки. Лепается. Все, вот твердая уже поверхность. Выскочили. Ай, ёханы бабай! А, блин, как головой ударился. Это головой об крышу ударился. Так, друзья, все, финиш. Все выехали. У вас живой. Где тут газ 69? Все четенько. Патриот на месте. Пока, пока. Мы тоже. Так, ну что, все? Что все? У вас вот он. Все нормально. Так, вытащили. Все. Блин, Нива сказка. Все. Доехала жива. Колесо немножко спускает, но то такое. Мойка после оффроуда. Это надо отдельная история вообще. О, да, все видно. Техосмотр уже в Польше пройдешь спокойно. Мы рады, чисто. Ты, Макс, пока не будем мусорить. А ту сторону ты помыл уже? Ну, посуды какая чистая. Ого, идеал. Давай.
Не халтурничай, мой как следует. Сразу мойка с полировкой идет. А может где-то на мойку заедем, а? Давай. С полировкой сразу идет. На мойку самому. Я за. Блин, как человек любит чистоту. Не, идеально все. На самообслуживание можно не ехать. Ты уже самообслужился. Эта сторона как бы другая чуть-чуть. Но это левая, а то правая. Понятно, что другая. Тормана и пилота, да? Ну конечно, это ж ты. Ты тут старался ее доводил до нужной кондиции. Все тоже идеал почти. Я приезжаю на заправку. Хочу заправить машину. А где Любчук? Не видно вообще. Человек говорит, открытие, но мы увидим, где он открывается. Я нажимаю, а он не открывается, застрял. Мы 5 минут искали, где Любчук. Чтоб заправиться. Да. А уже соляры мало было, да? Да. Да, так. Хотелось на покатинку.